Появились жуткие кадры с места, где в забетонированном колодце нашли тело 50-летней инструктора автошколы. На видео, опубликованном Следственным комитетом, спасатели с помощью лебедки и веревки вытягивают тело погибшей из колодца, а до этого им пришлось кропотливо разбивать полуметровый слой полузастывшего цемента, чтобы добраться до тела. Напомним, эта шокирующая история началась с того, что 27 сентября в полицию с заявлением о пропаже супруги обратился 44-летний уфимец. Он объяснил, что жена уехала на базу отдыха к подругам и не вернулась домой. Уже вскоре стало понятно, что в истории исчезновения женщины есть криминальный след. В итоге выяснилось, что Оксану Пугачеву задушил собственный муж во время ссоры из-за денег, после чего сбросил труп в колодец на дачном участке, засыпал гравием и сухим цементом и залил водой. После этого мужчина активно участвовал в поисках жены и изображал искреннее горе по поводу ее пропажи. Сейчас уфимцу предъявлено обвинение в убийстве, расследование уголовного дела продолжается. Следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс мероприятий в районе исчезновения женщины. В результате выдвинутые подозреваемым версии были опровергнуты. А дочь пропавшей при допросе сообщила, что после исчезновения матери заметила в садовом доме родителей ее обувь, тогда как в день исчезновения она ушла именно в них. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.